Доброе время суток, друзья! Вы на канале Hardress at Enfi, перед нами Samsung Galaxy Tab S8 Plus, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве выключить Bixby. Для этого, ну смотрите, мы можем зажать кнопку питания, и у нас появляется Bixby вот так вот во весь экран, хотя я хотел бы, к примеру, выключить планшет. Для этого мы заходим в настройки и выбираем пункт, который называется «Дополнительные функции», и в дополнительных функциях нажимаем боковая клавиша. Здесь во время нажатия и зажатия нашей клавиши я хочу, чтобы у меня появлялось меню выключения. Дальше мы заходим в сценарий Bixby. Мы можем полностью выключить Bixby, убрав здесь галочку, а нажав вот сюда вот на пункт сценарий Bixby, мы можем просмотреть, какие у нее есть функции. И, в принципе, на этом все. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!